Штрафное время. И еще минуту и 5 секунд на табло у нас горит. А время, которое сборная Казахстана проведет в меньшинстве. Здесь цеплялись изо всех сил за шайбу белые медведицы. Не получилось у них это сделать. Вика Федорова с шайбой заходит в зону. Все спокойно, без положения вне игры. Осминова, и какое подставление! И что? Да гол был! Неужели это не гол? Я не знаю, что просмотр какой-то же здесь у нас есть, все равно. Ну вот здесь гол. Все-таки не сразу, но шайба в воротах побывала. Хотя мне показалось, что была она там уже раньше. Так ли это?